Ну и собственно, все привет, дорогие друзья. С вами канал The Top Gamer, я Димон. И сегодня у меня еще один видеоролик с вопросом. Когда-то, совсем недавно, я снимал на свой канал игру Last Day of Survival, то есть последний день на земле. И я перестал потом играть в эту игру, потому что разработчики заметили, что я читерил, я на том аккаунте был читером, и они его заблокировали. И после этого у меня потерялось желание играть. То же самое, что с Clash Royale. И тут я думаю вернуться в эту игру. Как вы думаете, возвращаться ли мне в эту игру или же нет? Пишите свое мнение в комментариях. Но я прекрасно понимаю, если я начну новую жизнь в этой игре, то есть с нуля, это будет нифига не круто. Поэтому, дорогие друзья, если вы хотите, чтобы я продолжал играть в Last Day of Survival, то кто-нибудь из вас, подписчиков, одолжите мне аккаунт Last Day of Survival. Да, это жестко, я прошу у вас аккаунт, типа я его отжимаю. Ну, знаете, может быть, кто-нибудь из вас есть доброволец, так же, как требуется добровольцев в том видеоролике, кто поможет мне, кто вообще остался на моем канале с тех времен, когда я играл в Last Day of Survival, и если он все-таки, он давно мечтал, один из, мой подписчик, чтобы я играл на его аккаунте, у него есть шанс, чтобы я на нем поиграл. Если кто-то из вас хочет, чтобы я заново снимал Last Day of Survival, и кому не жалко свой аккаунт, переходите по ссылке в описании на меня в ВК и пишите мне личные сообщения. Я хочу продать свой аккаунт Last Day. Ну, то есть не продать, а отдать бесплатно. Да, это жестко, я знаю, типа я наглец такой, прошу у вас это. Ну, блин, если вы не хотите, чтобы заново снимал Last Day, ваше дело, не давайте мне аккаунт. Или же, если вы хотите, чтобы я начал именно новую жизнь с самого нуля, то пишите свое мнение в комментариях. Я могу начать жизнь с самого нуля, а могу с прокачанного аккаунта. Так что, как я уже сказал, пишите свое мнение в комментариях. Да, я понимаю, то, что типа такой наглец. Но, в общем-то, ваше дело. Пишите, как я уже сказал, свое мнение в комментариях. Ну, а на этом видеоролик окончен. С вами был канал The Top Gamer, я Димон. Можете не ставить лайки, тут это не обязательно, это просто информационный ролик. В общем-то, пишите свое мнение в комментариях. Ссылка на меня в ВК есть в описании. На этом видеоролик окончен. Всем удачи и всем пока!